Форум магазина 2021. Марина мне призналась о том, что у нее 1 июня будет открытие ее первого магазина «Фасоль». Марина, какие у вас ожидания по этому поводу? Ну, во-первых, это причастность к такой большой сети, Cash & Carry Metro, к ее магазинам «Фасоль». Поэтому мы хотим стать частью этой большой сети, получить у них опыт и, надеюсь, там взаимовыгодное сотрудничество и прибыль, конечно, прибыль. А вы планируете в дальнейшем развивать этот бизнес и, может быть, глобально, вот на сколько магазинов, вы считаете, еще будут у вас планы? Ну, мы бы хотели не просто взять один магазин, да, а получить на нем опыт, а потом его масштабировать, развиваться и быть не просто там мимо проходящими, один взял и ушел, а быть больше, как бы чаще с ними, идти рядом. Спасибо огромное. Мы Марине желаем глобального процветания ее магазинов. Это прямое включение с форума магазина 2021. Оставайтесь с нами.